Посылка от папы. Привет, Руби! Привет, Йо-Йо! Вы пришли в гости к страусенку? Страусенок такой гостеприимный! Вам нравится угощение? О, кто-то пришел! Открой дверь, страусенок! Это паровозик Дуду. Привет, Дуду! Ты привез почту? Это посылка от папы страуса. Спасибо, Дуду! Пока! Интересно, что в этой посылке? Ты знаешь, страусенок? Может, подарок от папы страуса? Папа страусенка работает в другом городе. Открой посылку, страусенок! О, как много игрушек! Вот здорово! Давайте играть вместе! Друзьям очень понравились подарки папы страуса. Кукла умеет плакать и смеяться, как настоящий ребенок. А машинка может сигналить. Хочешь собрать пазл, Йо-Йо? Давайте соберем его вместе. Нужно подумать, как это сделать. Ура! Получилось! Что такое, страусенок? Почему ты плачешь? Тебе не нравится пазл? Страусенок не хочет больше играть. А, он скучает по своему папе. Кажется, Руби придумала, как помочь страусенку. Вот глупышка. Страусенок хочет к папе. Он не хочет танцевать. Чем же тогда его порадовать? Руби что-то ищет.
Это фотография страусенка с папой страусом. Не плачь, страусенок. Посмотри на фотографию. Папа тоже скучает по тебе. Поэтому он прислал тебе так много игрушек, чтобы ты мог поиграть с друзьями. Ура! Страусенок улыбается!